по вашим наблюдениям, какую явку нужно ждать? Вот насколько активны сейчас наши избиратели? Мы ожидаем очень высокую явку на избирательные участки. Объясню почему. Такой социальной активности граждан за 5 лет, работая в территориальной избирательной комиссии в Анапе, я не видела. На самом деле и люди, которые находятся здесь, в Анапе, но здесь не зарегистрированы. Ну вот посудите сами, только для... Заявление для голосования по месту нахождения в Анапе только избиратели подали 6650. Мы занимаем 2 место в крае, 1 Адлер, 2 Анапа. Меня такая активность населения очень радует. Это те люди, которые находятся здесь, а зарегистрированы где-то в других местах, либо по рабочим моментам. Есть, конечно, внутренняя миграция, скажем, как члены участковых избирательных комиссий. Они тоже приписывались посредством такого заявления к другим избирательным участкам. Но в основном это те люди, которые к нам прибыли. У нас нет еще окончательной цифры, которая нам даст ясную картину, через госуслуги портал единый. Но вообще социальная активность очень граждан высокая. 2 обхода было по информированию граждан в этом году. Сначала разъяснение голосования по месту нахождения, затем приглашение на участок там, где указывалась участковая избирательная комиссия непосредственно. И задачи ставились очень серьезные участковым комиссиям — дойти до каждого избирателя. Но если где-то произошел сбой, работаем персонально.